Всем привет, с вами компания Атра, меня зовут Андрей. И сегодня мы с вами на фабрике надувных водных аттракционов. Здесь мы производим надувные аквапарки, различные водные аттракционы. И в том числе вот такая новинка, это надувные дорожки, которые можно использовать в качестве понтона, надувного понтона. То есть вместо пластикового, деревянного или железного можно вот использовать такой надувной понтон. Мы изготовили для клиента сейчас такой понтон длиной 70 метров. Он состоит из 7 частей, каждая из которых по 10 метров длиной. Вот это одна секция, 10-метровая. Ширина у нее 2 метра. То есть, смотрите, здесь влезет как бы даже 2 человека, могут одновременно идти. И при этом у нее очень высокая плотность. Это как саб-доска, то есть она вообще не прогибается. Вот я сижу там или могу даже встать. Видите, она подо мной вообще не прогибается. Вот, при этом, что интересно, для этих понтонов мы используем материал Airdeck, одна из сторон у которого антискользящая. Вот, если вблизи посмотреть, видно, она такая ребристая. То есть это антискользящая поверхность, она не скользит. Потому что иногда есть такая проблема у надувных понтонов, когда люди идут, и он мокрый, они подскальзываются, падают, да, то есть здесь такой проблемы нет. Что самое интересное, у таких понтонов, такие понтоны можно сделать различной ширины, можно сделать метр, полтора метра, можно добавить подъемы из воды, то есть вот здесь вырезать часть, и будет подъем из воды с удобной лесенкой. Также можно к ним подсоединять аквапарки надувные, различные элементы, например, какую-то горку или еще что-то. Плюс такие понтоны мы используем в зонах отдыха, я имею в виду зоны отдыха с надувными палатками. То есть мы разрабатываем специальную зону отдыха, которая состоит из надувного понтона, надувной палатки, надувного бассейна на воде. Все это ставится подальше от берега, и туда можно отвозить ваших гостей. Они будут там отдыхать, чилить и наслаждаться отдыхом на вашем месте. На вашей базе отдыха, в отеле и так далее. Вот, для соединения между собой у понтонов используется вот такая система. У нас она двойная, то есть не просто как бы линия с липучкой, да, и закрыта материалом, а как сэндвич двойная. То есть вот тут будет лежать второй понтон, и между ними будет прокладка, и вот как сэндвич она будет закрываться, и вот так вот полностью как бы закрыта, и за счет этого нога между двумя понтонами не провалится. Ну и будет надежно держаться два понтона между собой. Вот, ну и плюс, эти понтоны нужно якорить, поэтому у них на дне есть специальные кольца для якорения. Давайте я вам покажу, наверное, сейчас. Вот видите, тут видно вот это кольцо. За него цепляется якорь, либо они используются для того, чтобы стянуть два понтона между собой. Вот, ну а надувается понтон обычно вот таким насосом, у которого есть специальный клапан. Надувается примерно за 5 минут. Поэтому их можно быстро надуть, развернуть в любом месте, потом обратно сдуть, собрать и перевести. Цвет можно сделать любой, то есть здесь у нас специально под запрос клиента боковины черные. Вообще можно сделать любой, плюс можно нанести логотип, печать на этот понтон, будет ярко, красиво и привлекательно для ваших клиентов. Ну и по толщине они бывают тоже различные. Вот это 20 сантиметров, вообще бывает 5, 10, 15, 30 даже и больше может быть сантиметров. То есть чем толще, тем более сильный вес он может выдерживать. Вот такой вот надувной понтон. С вами была компания Атра. Обращайтесь, заказывайте. Всем пока.